Привет всем, с вами Джексон, и сегодня будет обзор очередной посылки с Китая. Пришел нам под предложение это чехол для iPad mini, заказывал на Алиэкспрессе, стоил около 5 баксов, пришел довольно-таки быстро, в течение где-то 22-25 дней. И тут у нас вот указана дата, получается, либо, ну, где-то, наверное, 6 мая, а сегодня уже, получается, где-то 28 мая, ну, вот, как вы видите, где-то 20 с копейками дней. Давайте его, собственно, вскроем. Сразу видно, вроде неплохо так упаковали, но вот остается он как-то туговато. Так. Все так солиденько в целлофанчике. Не пожалели. Ну, вроде бы посылки вообще не досталось, поскольку она вроде бы целая внешне. Так. Так, это у нас получается не то, что бы чехол, а вот что-то типа бампера. Давайте его откроем. Так, где он открывается там? А вот он. Вот такая вот ерундовина. Сзади матовая. Ну, как-то вот камера стремновато выглядит. Давайте протестируем на новом планшете. Вот планшет iPad mini. Опа. Вошел как влитой просто. Вот. Зашел, все, и больше отсюда выходить не будет. В нем iPad mini смотрится, если честно, намного класснее. Вот, реально. Зашел очень быстро, как видите, и снять его вроде не так уж и легко, что является плюсом. Сзади матовая поверхность. Кстати, в чем-то уже вымолзалась. Видите, уж какая-то гадость. Почему она не моя? Эта гадость еще до этого была. Странно. Вот такой вот. Чехол вот снизу нормально, прям почти в идеале, но немного, по-моему, динамик он перекрывает. Но это, в принципе, не критично. Так, что? С левой стороны у нас часть пустая специально, поскольку я заказал именно такой чехол, только специально для того, чтобы сюда прикрепить, получается, смарт-кавер. Ну, конечно, не оригинальный, китайский. Закажем, посмотрим, какого он качества. Но чехол, если честно, он дешевый очень. Мне он очень нравится. Потому что, как видите, очень хорошего качества. Но он, видимо, не только под мой iPad, у меня iPad первого поколения, а тут еще, видите, вторая дырка. Вторая дырка для второго динамика, у второго iPad второго поколения, тут тоже не динамик, а микрофон. А в принципе, все в идеале просто вот вошло, как для него сделано. Ну, в принципе, так и есть. Вот все входы отлично просто. Вот, все нажимается. Микрофон, по-моему, так, тоже все отлично. На камеру, может быть, выглядит немного коряво, а правда, все прям вот... Очень приятная поверхность, и он серебристому iPad придает такой, не знаю, серый именно в этот цвет, тут такой интересный. Выглядит очень интересно, очень красиво. Чем-то напоминает, вот именно вот есть Space Gray, который iPad уже второго поколения в такой окрашен. Чем-то напоминает, но этот немного светлее будет. А в принципе выглядит очень классно, мне нравится этот чехол, очень приятный на ощупь. Всем советую, у кого есть iPad mini, заказать подобный чехол. Не знаю, как он себя проявит в плане безопасности, но от царапин он точно защитит, поскольку он довольно-таки достаточно толстый. И вроде бы вообще не слезает. Вот. Ну, его не прям так легко снять. Снять можно, но не прям так легко. И также сейчас давайте его попробуем добыть отсюда как-нибудь. Так, и попробовать его на другом планшете. У меня есть Honda китайская. Так. Как он снимается-то? Как видите, как и говорил, не так уж он легко и снимается. Так, iPad mini. Есть у меня Honda китайская. Опа! Вот это поворот. Вот это поворот, он влез в него. Начнем с этого. Он сюда, отсюда, ну, в принципе, плохо держится, он сюда влез. Вот начнем с этого, да. Снизу динамики это перекрывает. Ну, конечно, не для этого создан. Но, в принципе, вот поэтому можно посмотреть, насколько сильно Honda подкосила под iPad mini, поскольку у них даже размеры одинаковые, так скажем. Так, но сверху ничего не совпадает, поскольку клавиши немного в другом месте находятся. Камера в точно том же месте, вот почти в идеале, вот в том месте, где и должна быть. Так. И, кстати, на этом чехле нету места для, вот у меня, допустим, на iPad mini,
Вот тут вот сим-карта. И в этом чехле нету места вот дырки, чтобы отсюда доставать сим-карту. Это минус, поскольку если захочу достать сим-карту, то мне придется доставать планшеты из чехла. Но это, конечно, не серьезный минус, потому что сим-карту туда-сюда достают, ну, очень редко. И то, вот один раз поставил, до сих пор у меня он уже где-то второй месяц работает на этой сим-карте, я ее не трогаю вообще. Ну, вот. Даже на китайскую Онду все залезло. Правда, очень легко снимается. Но, видимо, Онда так все-таки даже дизайна подкосила, и Онда почему-то вырубилась у нас. Ну, видимо, потому что тут клавиша сверху вот зажалась. Ну, в общем-то, вот такой вот чехол, очень приятный на ощупь. Тут внутри он такой якобы глянцевый. Но поверхность какая-то такая пошорканная, уже поцарапанная. Она уже была такая, когда пришла. Но это не критично. И, в принципе, вот хороший чехол, очень приятная задняя поверхность. Он даже напоминает чем-то вот пластик, я забыл, как он даже называется, софт-тач пластик, вот, чем-то вот напоминает, очень-очень приятная поверхность матовая. И, в общем-то, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки, это был такой обзор, то получается, чехла, который нам пришел с Китая, пришел очень быстро, ссылку на продавца скину в описании, чехол мне нравится, и пока что, и, в общем-то, пока.